Дорогие красотули, с вами Лаки Бобо. Ребята, сегодня мы поиграем с училкой, ведь у нее вышли два новых пранка. И, конечно же, я прямо сейчас хочу показать вам, как их пройти. Но перед тем, как мы начнем, в этом видосике я спрятал 4 пасхалки в виде боксерских перчаток. Вот таких. Попробуй их найти. И напиши тайм-код в комментариях. И еще, конечно же, подпишись на мой канал, если ты не сделал этого раньше. А сейчас хватай вкусняшки! И мы погнали! Ну что, посмотрим новенький пранк. И это у нас нокаут. Выбираем и погнали! Давайте, ребята, мы должны победить! Эй, Ти, может, пожалеешь его? Лучше канат придержи, умник! Сейчас я выпущу пар! Ответишь мне за все свои косички, Фрэнк! На, получай! Да ковка! Ну ты, сыночка! Стой, стой, тайм-аут! Иди сюда, я сказала! Я только разогрелась! Оу, нет! Оуч! Это еще цветочки, Фрэнк! Ягодки впереди! Раунд! Капец, училка! Совсем страх потеряла! Так любить Фрэнка! Ха-ха! Разошлась, как говорится, не на шутку. Фрэнк, вот тебе лучше задобрить ее. Динь-дон, динь-дон! Гость пришел к вам в дом. Ау! Есть кто дома? О, училка! Оглохла, что ли? Может, так меня услышишь? Училочка, доставка цветов! Кого это к нам еще занесло? Каких таких цветов? Я ничего не заказывала! А это все, Фрэнк. Решил тебя задобрить. О, нет! Он так просто не отвертится! Я подготовилась на второй раунд! Так что передай ему, пусть готовится получше! Ну что, Фрэнк, отмазать тебя не удалось. Значит, приступаем к плану Б. Упс, откуда ж эта лужа тут такая? Фрэнк, ты чего тут прячешься? Ха-ха! Эх, нехорошо. Гоу за шваброй. Да уж, вот мы-то знаем, что хлюпик Фрэнк не победит училку. А чтобы она не зазналась, Фрэнку нужна победа. Ну прям под зарез. Значит, мы ему в этом и поможем. Фрэнк, ты не представляешь, с кем ты связался. Училка, отвлекись лучше, потанцуй. А то такими темпами твой боевой дух взлетит выше некуда. И Фрэнк от одного только твоего грозного вида проиграет. Ха-ха, училка, ну ты прям ниндзя. О, а вот и швабра. Забираем ее и гоу в подвал. Фрэнк! Ты запомнишь этот потрясающий бой навсегда! Я тебе обещаю! Училка, а вот мне кажется, наоборот, это ты будешь вспоминать этот бой вечно! Ха-ха! А ну стой, я сказала! Не-не, меня уборочка ждет! Не злись ты! Я ж помогаю тебе, пока ты там к бою готовишься! Теперь нам нужен лом! О, вот он, забираем и открываем сундук! А там у нас бомбочка! Забираем ее и гоу на кухню! Куда же он подевался? Ой, ладно! Мне нельзя отвлекаться! Нужно идти срочно переодеваться! Конечно, училочка! Не путайся у нас под ногами! Ха-ха! Вот ты где! Лови вкусняшку! О, нет-нет! Никаких вкусняшек! Я должна быть в форме! Да ладно тебе! Чуть-чуть не повредит! Где ты? Ничего! С тобой я позже разберусь! Что, и мне бой устроишь? Ха-ха! Но думаю, после этого раунда ты ничегошеньки не захочешь! Так, ладно, нас ждут дела! И тем более я не хочу пропустить бой училки с Фрэнком! Ведь он будет просто огонек! Ха-ха! Так, училки вроде нигде нет. О, а вот и перекус для Фрэнка! Да уж, после такого перекуса с дивана встать будет сложно! Эх, Фрэнк, что б ты без нас делал? Кто тут? Уже никого! Тебе показалось, училка! Это у тебя так нервишки шалят перед боем! Ха-ха! Все готово! Гоу смотреть супербой! Давай, Фрэнк! Наваляю сейчас тебе! Подкрепимся! Ну-с, вперед! Получай! Оу! Оу! А это моя короночка! Яблочко! Прям под их попало! Походу я переел! Разойдись, червонет! О, нет, Фрэнк! Упс, прости, тыковка! Ха-ха-ха, пранканули мы тебя! А сейчас выбираем следующий пранк. Высокое искусство. Погнали! Вот у меня дар к живописи, но я просто художница. Да какая картина! Но прям слов нет. Я просто мастер. Точно! Я увековечу себя на века! Училка, чего ты там хочешь делать? Увековечить себя? Ха-ха! Ну так давай мы тебе поможем. Если ты хочешь, чтобы тебя все запомнили,
то, конечно же, без нашей помощи никак. Я думаю, ты нарисовала там что-то скучное. Но мы, конечно же, тебе поможем и усовершенствуем ее. И тогда получится, ну прям шедевр. Так, для этого пранка нам понадобится степлер, ножницы, клей, говяжий язык и глазки от плюшевого игрушки. Вот этот наборчик, я понимаю. Интересно, и когда эта училка решила стать художницей? Что вот на нее нашло? Она прям разносторонняя такая и везде хочет успеть. Так, посмотрим на ее шедевр. Ну ничего себе! Да она здесь бомбическая просто! И молодая такая, но совершенно на себя не похожа. Но мы это ща подправим. И тогда, училочка, тебя точно запомнят на века. Ха-ха! Так, а сейчас гоу на кухню. Прыжок и капкан проскочили. О, холодос! Открываем и забираем язычок. Длинненький, как и училки. Ха-ха! Ну что, она же любит посплетничать. Значит, нужно это показать. О, а вот и клей. Прыгай в карман. Ты нам тоже пригодишься. Хм, может ей еще тортика прихватить? Ой, блин, а куда клей-то делся? Это что за новость такая-то, а? Клей, ты где? Холодос, ты чего, блин? Съел мой клей? Да ладно. Серё, Холодос захавал клей. Да капец просто. Обнаружен продукт химического содержания и помещен в изолятор. Ничего себе прикольчики! Какой изолятор еще, а? А ну отдай сюда клей, а то отключу тебя, и ты разморозишься. Предлагаю сделку, мне нужен клей взамен. Принеси, а я отдам тебе твой клей. Ха-ха, Холодос, а это тебе зачем? Хочу заклеиться с внутренней стороны. Никакого сна ночью, они мне спать не дают. Ха-ха, вот это семейка прожор. Ну ок, договорились, сейчас что-нибудь найдем. Го на поиски. Проверим напитки для моих гостей, все ли в порядке. И чтоб тебе лучше проверялось, держи тебе сюрпризик. Ой, вообще, вообще, ой, остановите это, вообще, вообще. Училка, будь здорова, расти как, а хотя куда тебе расти-то уже, ха-ха. Вообще. Лови, училка, подкрепись и заодно отвлекись. Ах ты негодник, ты меня все испачкал. Ну зато ты сейчас не чихаешь, смотри-ка, помогло. Так, ладно, валим отсюда. Опа, а вот этот клей как раз подойдет для обмена Холодосу. Так что гоу! Холодосик, лови, я нашел тебе клей. Так, ну давай-давай, отдай мой клей. Что-то он не разговаривает сейчас, может заглючил? Загрузка, возьми свой клей в ящике сбоку. Ах ты хитрюга, он даже не у тебя был. Да ладно, хорошо, что нашли. А то такие прикольчики с пропаданием предметов мне совсем не нравятся. А сейчас мы похудожничаем. Так, начнем с глаз, ведь глаза... Это душа! Ха-ха! А вот только сами глазки-то я забыл найти. Гу за ними быстренько. Тем более я знаю, где они лежат. На самом верхнем этаже в спальне. Гоу! Мы на месте. Сорян, Мишань. Мы тебе их позже вернем. И гу назад по короткому пути. Опа! Прыжок, и мы на месте. Вот реально. Путь намного короче. И сейчас прикладываем глаза и язык. Ха-ха! Вот сейчас, училка, ты похожа на себя. Упс, отвалился. Ничего, ща мы его закрепим степлером. Вот так. Готово. Ой, не могу. А язык еще двигается, как будто живой. Ха-ха-ха. Сейчас накрываем наш шедевр и го отсюда. Спрячемся и будем наблюдать за представлением. Ха-ха. Ну что, готовы? Представляю вашему вниманию себя превосходную. Эй, вы чего? Это что за смех? А, нет. Нет, да быть такого не может! Смотрите на меня! Ха-ха-ха! Пранканули мы тебя! Вот это прикольные пранки получились! Ребят, а вам понравился видосик? Если же да, то прямо сейчас поставь лайкосик! А сейчас время ваших комментариев! Спасибо, мои хорошие, за ваши комменты! Я это очень ценю! А на сегодня все! Всем пока-пока! До следующего видосика!